течение суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Росси, вы находитесь на канале Rolig Game Online. И сегодня я хотел бы вам рассказать о прекрасной новости. Я считаю, ребятки, об очень прекрасной новости. А именно, мы запустили на нашем портале, скажем, мы запустили два сервера по игре Insurgency. Это тактический шутер от первого лица. Два сервера запустили. Это один PvE, когда игроки против ботов, и PvP-сервер, соответственно, когда игроки против игроков. Сейчас я в данный момент нахожусь на нашем сервере, играю, и для того, чтобы вы могли к нам присоединиться, вам потребуется официальная версия игры, которую вы можете приобрести в Стиме. Но, ребята, так как мы сервер запустили и очень любим своих подписчиков, мы обязательно разыграем два ключа на эту игру, для того, чтобы вы могли испытать свою удачу и выиграть этот ключ, соответственно, и присоединиться к нам, играя на наших серверах. Ребятки, сервера мы запустили в режиме 24/7, соответственно, мы будем добавлять сервера по мере загруженности. На данный момент PvE сервер у нас практически всегда заполнен, в PvP сегодня тоже уже... Меня свой же убил. Сегодня тоже уже, в принципе, дошли до того, что и наш второй сервер тоже был полностью забит. Я извиняюсь за фризы, которые вы видите сейчас на экране. Что-то интернет во время записи очень плохо себя ведет. Ну, точнее, еще до записи начал себя плохо вести. Пинг очень сильно скачет, чтобы вы не думали, что я вру. Вот наш сервер, соответственно, Rolig Game. 7 из 8 сейчас, и на PvP сервере обычно 32 человека максимально. Сейчас у меня пинг 84, в принципе, для меня это очень ощутимо, очень много, потому что я постоянно играю на 40, но не будем о моем пинге. Значит, Insurgency — это игра про противостояние, скажем так, силовиков и боевиков. Есть разные классы, о которых вы сможете подробнее почитать на нашем сайте или на Википедии, если кому будет интересно. Есть возможность модернизации оружия, там, ставить коллиматорные прицелы и так далее. И теперь давайте поговорим о том, все-таки, что нужно сделать, чтобы получить лицензионный ключ от нас. Значит, условия довольно-таки просты, как и во всех остальных группах там и так далее при конкурсах. То есть вступаете в нашу официальную группу ВКонтакте, делаете репост записи, и мы потом или в прямом эфире, или в режиме записи проводим розыгрыш, то есть с помощью сайта random.org разыгрываем ключи, и, соответственно, ключи выдаем нашим подписчикам. Поэтому повторю еще раз условия конкурса: подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, делаем репост и, соответственно, ждем ответного сигнала. Я думаю, чтобы было каждому время поучаствовать, каждому было время, соответственно, сделать репосты и все остальное. Давайте условно сделаем так. Значит, розыгрыш произойдет через 3 дня после того, как я выложу это видео. Значит, ссылки на группу, на все остальное и условия конкурса будут написаны внизу под видео. Обязательно не забудьте поставить палец вверх, подписаться на наш канал, оставить свой комментарий. И будьте с нами будет весело. Всем спасибо.